Команды «Минские зубры», кубком Владимира Цыплакова. И, может быть, вообще такой динамовский вечер, а пока что у нас 1-1. И это, кто бы вы думали, это Сергей Костицын. Будет у хозяев. Поднята рука двух главных арбитров. Вверх бросок и гол. 6-2 становится счет. Все проблемы, но с этим надо решать что-то. Но вот, например, в этой контратаке может коститься бросок и 1-1! 12-0-1, а у нас 1-1. Просто моща такая от Казнодея, и левая штанга Грищенко спасает. Не в первый раз в лишнем матче. Костицын, ну мастер, что сказать. Гений Сергей Костицын.